Ребят, всем привет! Короче, решил я сделать такой небольшой эксперимент, пойти сейчас в фикс-прайс и купить вот то, что я знаю, там типа посмотреть или мышки, наушники, или что-то из инструментов и попробовать это продать на Авито. Не знаю, просто пришла идея в голову, но, скорее всего, это будут, наверное, какие-то инструменты, потому что у меня дверь отваливается со шкафа. И это, ну, ее все равно сделать надо будет, и как раз заодно попробовать это продать. Так что посмотрим вообще, в принципе. Я надеюсь, что, допустим, там что-то купить за рублей 250 и продать где-то за 500. Посмотреть, будут, ну, купят люди или не купят. Мне же самому просто интересно. Просто на самом деле, ну, насколько мне пришла эта мысль в голову, то что не все же люди там ходят в фикс-прайс и тому подобное, ну, не все же смотрят там, что почем, как бы, и так далее. А я думаю попробовать пойти купить и перепродать на Авито, интересно. Ну, не знаю, ну, просто мысль такая пришла в голову, так что всем приятного просмотра. Сейчас идем в фикс-прайс и там что-нибудь выберем уже с вами. Так, короче, думаю, я, может, вот такой вот взять. Я не знаю, сколько он. По-моему, 149 рублей. Или вот этот вот. Хотя, мне кажется, этот получше как-то смотрится. Вот, наверное, вот такой я и возьму. Сколько он стоит? По-моему, 249. Вот такой я возьму. Потому что я хотел, думал, может, какие-то мышки или что-нибудь. Но нет, здесь больше выбора особо нет. Так что, короче, ребят, наверное, вот этот вот возьму и уже попробуем с ним. Он, по-моему, 249 рублей стоит. Ну, на кассе сейчас проверим. А вот, кстати, есть прям вообще такие в чемоданчиках. Ну, блин, не, ладно. Блин, хотя, может, вот это сколько она стоит? 41 насадка. 41 предмет. 249 рублей. Блин, может, ее реально взять, она как-то получше выглядит. Здесь еще с такими. А здесь с такими, блин. Блин, не, ладно, возьму, наверное, все-таки вот эту. Она, мне кажется, получше будет. Сейчас. А ты с микрофоном? Нет. Думаешь, я прям сюда говорю. Короче, ладно, возьму вот этот вот. А хотя, ну что, а это что у нас? Не, ладно. Вот этот вот возьму, мне кажется, получше будет. Здесь побольше насадок. Раз, у тебя можно еще пакет? Маленький, маленький. Маленький. Карта магазина есть? Нет. Я объясню. Просто карты. Чек-то? Да, не нужен. Чё, короче, все-таки я купил тот наборчик за 249 рублей. Сейчас приду домой, шкаф сделаю, отфоткаю и выставлю уже, в принципе, на Авито, посмотрим, уйдет или нет. Я хочу ее выставить за 500 рублей, этот набор. Думаю, да я надеюсь, что если вот в течение недели не купят или купят наоборот, то я уже отчитаюсь и выставлю видео уже, купили или нет. Короче, ребят, все, сейчас я фоткаю все и буду выставлять на Авито. И как раз потом, после того, как пока он новый, я сейчас все отфоткаю и буду делать шкаф. Все, выставил, сейчас буду сидеть, ждать клиентов, посмотрим, купят они или нет. Но я на самом деле просто для пробы взял, чисто если купят, то показать, что вот, ну типа можно даже с фикс-прайса покупать и продавать спокойно, в два раза и все. Короче, решил я выставить эти инструменты, так, короче, выставил я за 490 рублей, а платить одно объявление стоит 435, по-моему, рублей. Я вообще прикол, если честно, не понял. Я взял, выбрал бытовую технику, потому что, ну, блин, 415 рублей, я вообще, это смысл какой? Я вообще не понимаю, как Авито работает в таком плане, что, ну, блин, ты указал цену 490 рублей, а тебе платить одно объявление стоит там 400 с чем-то рублей.
Вообще угар, конечно. Ребят, небольшой отчет по поводу вот этого инструмента, то, что я выставил на Авито. Короче, там сейчас 10 просмотров, 2 в избранном, но еще никто ничего не писал и не звонил. Буду надеяться, что уже вот сегодня-завтра его купят. Ребят, небольшой еще один отчет. Короче, Авито заблокировало мне объявление какого-то хрена, мне достало это. И прикол в том, что, блин, ну 400 с чем-то рублей платить за объявление. Ну что за бред? Что за бред? И то, я, короче, мне его заблокировали, но я же выставлял его как бытовую технику. По факту я взял, перезалил еще один раз это объявление. И, ну, было на том объявлении где-то 14 просмотров, 2 в избранном, но никто не писал. И вот сейчас я выставил еще один раз, я удалил то и опять заново залил, короче, выбрал уже другое метро. Сейчас посмотрим, как там будет, тоже выбрал бытовую технику. Ну, блин, потому что платить я не собираюсь. Ну, реально, ну, нафиг оно мне надо? 400 рублей, 400 чем-то рублей, когда фикс прайс, эта фигня, стоит 249. Я вообще в шоке, если честно. Прикол... А, кстати, прикол в том, что... я же давно не выставлял инструменты именно у себя на странице. Там у меня чисто мышки, наушники, там есть пару инструментов, но то такое... Раньше можно было выставлять типа там бесплатно, ну, там писалось, что вот там через 30 дней вы можете там пару объявлений бесплатно выставить. Сейчас нет такого. За каждое объявление плати, причем что там даже, ну, из-за мышки уже все, я уже забыл, что такое бесплатно, там вечно уже нужно платить эти объявления. Все, пропала эта фигня с Авито, типа, что можно бесплатно выставлять, ага, разбежался, блин, за все плати бабки, причем что, вот это вот, ну, этот инструмент, короче, стоит 249 рублей, как может объявление стоить 400 с чем-то, если человек еще и закажет, то это еще и за дорогу нужно заплатить. Ну как думаете, продал я этот инструмент или нет? Вот поставьте сейчас видео на паузу, напишите, и буквально через пару секунд я сейчас скажу. Короче, нет. Я не продал, прошла ровно неделя. И прикол в том, что когда я изначально выставлял эти инструменты, то типа Авито почему-то посчитало, что у меня объявление должно... что у меня объявление должно стоить 460 там, чем-то рублей или 435 рублей. Я вообще не понимаю, как ну, Авито рассчитывает. Причем, что там именно указываешь, что ты должен указать и фирму. Я указал, это дешевая китайская фирма. Ну, типа, что за бред вообще? 400 с чем-то рублей за объявление, когда новый он стоит 249. Сам инструмент стоит 249 рублей. И... Короче, я выбрал изначально бытовую технику, выставил, там набралось что-то около 14 просмотров, 2 человека добавило в избранное. Буквально там через дня 3, наверное, мне Авито заблокировал объявление, не хотел пропускать. Ну, я выбрал опять, как бы, думаю, дай посмотрю сейчас, сколько стоит. Ну, короче, там стоило что-то 163 рубля, потом это объявление как-то стало... И я так подумал, ну а смысл какой покупать, даже если, да, там 249 плюс 163, то на то и выходит, в принципе, даже нет смысла, даже если ты пакет покупаешь, ну никакого смысла в этом нет. Ну я опять выбрал бытовую технику, опять там что-то набралось просмотров там 17 или, короче, в районе этого, и тоже так же 2 в избранном было. Но никто не написал, не звонил, потому что, ну, скорее всего, из-за того, что, наверное, вот, бытовая техника, я выбрал не инструменты, но потому что инструменты, я подумал, что, ну, мне нет смысла выставлять через инструменты их, блин, 163 рубля, сначала вообще 400 с чем-то, ну, короче, и даже, допустим, если бы, да, там, купить этот пакет с инструментами, там, 10 объявлений, пойти купить, там, этот товар, но продавать даже некоторые позиции у тебя будет выходить в минус. Ну, короче, нет смысла. Я говорю так, как есть, я не сделал это видео там каким-то... Ну, не получилось. Ну, вот, никто не написал, не позвонил, я не продал это. Ну, вот как-то вот так вот. Но я все равно это объявление оставлю дальше у меня на Авито. Кому, если интересно, переходите в телегу, я, если продам, я там отчитаюсь. Но покупать объявление я не буду.
ну, специально там тратить типа деньги, ну зачем? Мне проще даже выставить за столько же, и я уверен, что люди купят, ну, за такую цену купят. Так что, короче, как-то так, и еще не касается этого ролика, то товар мне, по идее, сегодня отправят уже, наконец-то отправят товар. И, в принципе, он уже там через, не знаю, может, дней 5 где-то будет. Поэтому надеюсь, у меня на этот раз получится выставить видео длинным, как я и хотел вообще изначально, ну, с предыдущим видосом. Я хотел его просто длинным сделать, но там с товаром какие-то проблемы произошли и не смогли отправить. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не знаю, напишите в комментариях, если вы что-то, может, продавали там с фикс прайса, и у вас получалось, напишите в комментарии, было бы интересно почитать. Всем пока!